пытаемся зацепить чем-нибудь. Чтобы добраться до места, где лежит мужчина, спасатели берут лодку. Очевидцы уже сообщили им, что рыбак провалился под лед примерно в полукилометре от берега, и в воде видно его тело. Житель деревни Кулушево ушел на реку утром, и родственники говорят, что целый день его было видно из окна дома, а потом он пропал. У меня жена ко мне пришла домой. Мы с женой втроем пошли на эту посмотреть, искать. Вот обнаружили. Сколько? 2,5 сантиметра лед. Такой тонкий лед вес взрослого мужчины выдержать не смог, и рыбак пошел ко дну. Выбраться ему не удалось. Вот он. Он ноги только. Да, да. А вот его рыбацкая, это да? Да. Там есть течение чуть-чуть, да. И вот туда и провалился, считай. Ну, кошками зацепили, вытащили на берег. Ёльц! Оп! Все, веревки отцепляй сразу. А это что? Ой-ой-ой. На берегу спасателей ждали жена и сын погибшего. Родственники рассказали, что заядлым рыбаком мужчина не был и выходил на реку лишь изредка. Светлана Фардеева, Валентин Кулагин, эфир 24.